Тэхён, пожалуйста, скажите тем, кто собирается на фан-встречу, фраза Ким Тэхён запрещена. Сегодня я провел встречу. Что я хочу сделать для встречи с фанатами? Я буду петь Slow Dancing и For You. И вместо того, чтобы вам кричать, я просто хочу, чтобы вы продлевали, подпевали всему. Но если в середине песни вы скажете Ким Тэхён, я, возможно, не смогу сдержать смех. Буду просто кричать, чтобы Ким Тэхён, я, возможно, не смогу сдержать смех, так что это запрещено. Если вы не поете, это желтая карточка. Если вы говорите Ким Тэхён, это тоже желтая карточка. Почему темно? Я специально сделала темно. Тэхён, ой, это так приятно. Теперь немного ярче, да? Тэхён, так что ARMY, вам придется все это запомнить. У вас нет выбора. Те, кто придет на фан-встречу, наши ARMY, которые придут, вы все должны это спеть под мелодию. Я отращиваю усы? Нет, я не делаю этого. Меня это не устраивает. Люди говорили, что мне это не подходит. Извините, мне позвонил друг. О, это работает? О, да, это работает. Подождите немного, пожалуйста. Тэхён, ребят, вы видели 3D Чунгука? Это действительно круто, правда? Это так круто, что я чуть не выругался. Не ругаюсь, но это правда круто, правда? Вау! Как и ожидалось, наш золотой Макне. Сейчас мне 3D нравится больше 7. Поэтому в последнее время я слушаю 3D. А, 이럴 거면 영통하자고. 우리 줌 켜서 단체로 혹시 그 나 궁금한 거 하나 있어요? 아, 아니다. 괜찮아요. 아, 아니야. 얘기해요? 하... 에이. 아, 아니야. 그냥 저 혼자 해결할게. 아니다. 아니야. 얘기해요? 아이. 코코마데다. 목걸이 너무 마음에 든다고? 넣어야지. 나는 청개구리. 짜자. 아닙니다. 그냥 내 소소한 요즘에 그냥 취미를 그냥 공유하고자 얘기를 아, 나 봤다. 나 팬미팅 열심히 준비할 테니까 그러면은 우리 팬미팅 때 만나면은 잘했다 해줘야 돼요. 열심히 준비해서 갈게요. 많이 보고 싶어요. 김태형 눈치 가서 다 외우기 이렇게.